Привет, меня зовут Наташа, и я пытаюсь похудеть и рассказываю о своих попытках. Сейчас я собираюсь завтракать и покажу свой завтрак. Уже с утра выпила 2 стакана теплой воды с лимончиком подкисленной. Я по настроению иногда подкисляю, иногда не подкисляю, но теплую воду пью каждое утро обязательно. Это считается вообще нужно перед едой, старайтесь тепленькой водички выпить стаканчик, это очень полезно. Вот, еще я съела яблоко, так как тоже я недавно прочитала статью о том, что вообще фрукты все, лучше их есть с утра натощак на голодный желудок, ни с чем не смешивая. То есть, поэтому я уже с утра съела яблочко, выпила стакан воды и все. Пока что я ничего не ела, и сейчас у меня будет основной завтрак, такой плотный, с кашкой, которую я не люблю. Ну ничего. Итак, гречки у меня 63 грамма. Это очень полезная каша, все об этом знают. Но я ее совсем не люблю, и поэтому ем не больше, чем 63 грамма. Ну, Влад с Радомиром ее любят, поэтому в основном они ее едят, а я вот это беру 2 ложки, максимум 3. Так, дальше у меня еще есть вот такие вот остаточки пупков с морковочкой. Подливкой. Сейчас я это переложу все. Вот, вышло 120 грамм подливки. Здесь, да, с пупками и с морковочкой. То есть морковки и пупков приблизительно 50 на 50. И немножко подливки. И лучка. И сельдерей, по-моему, тут есть. Тут есть сельдерей же, да, Влад? Да. Да, и сельдерей вот немножечко. Ну, и еще парочку редисочек. Съем. Точнее, пару парочек. Это сколько? 120 грамм тоже. Вот у меня уже глазомер на 120 грамм работает. Да? Так, обнуляем. Переключилась на унцию вместо обнуления. Обнуляем. И немножечко шпинатика. 21 грамм шпината, да? Да, и 21 грамм шпината. Вот сейчас я позавтракаю, а потом уже сделаю кофеёк с бутербродиками. И тоже это все отдельно взвешу, и тоже у меня будет перекусом идти чуть позже.